І повертаємося до однієї з головних тем дня вчорашнього. Маємо нові деталі цієї власне трагедії. Отже, вчора на стадіоні біля школи в Донецьку, це район біля аеропорту, 63-я школа, Київський район. Ні, Куйбишевський, сорі. Куйбишевський, підказує Кіра. Куйбишевський район, але недалеко від аеропорту. Загинуло двоє дітей, восьмикласник та 18-річний випускник. І за словами Рими Філь, це координатор гуманітарного штабу «Допоможемо» Ріната Ахметова. Власне, він в цій школі вчився, і гуманітарний штаб і допомагає, власне, цій школі. І поранені там також 4 підлітки, 3 17-річних і 1 20-річний. І поранених дітей привезли в Донецьку обласну травматологію. Ми показували, власне, матеріали, шматочок, як, власне, там лікують дітей, які поранені були вчора в цій школі. І маємо на телефонному прямому зв'язку, власне, саму Риму Філь, координатор гуманітарного штабу «Допоможемо». Це штаб Рената Ахметова, який працює в Донецьку. Вона має якісь, можливо, останні подробиці. Отже, пані Римо, доброго дня. Чи чуєте ви нас? Здравствуйте, да, здравствуйте. Я вас слышу. Ви все правильно сказали. Із новостей, які у нас є на сьогоднішнє утро, два підростка прийшли в сознання, два знаходяться в реанімації. У всіх ранених осколочне ранення. Слава Богу, руки, ноги цілі, но лечение стоїть доволі таки сложно. У одного з ребят тяжелое ранение коленной чашечки. Скорее всего, может быть, будет идти вопрос о ее смене, о трансплантанте. Но это все уже вопросы будущего. Пока на сегодняшний момент нужно, чтобы дети выздоровели, пришли в себя. Вы правильно сказали, по решению Рената Ахметова мы держим этих детей, как, впрочем, и всех других пострадавших детей от войны, под нашим контролем. Этих особенно, потому что школа его родная, поселок родной. Мы приносим искренние соболезнования семьям погибших. Конечно же, берем на себя все затраты по организации похорон, но это дело чести, это наш долг. А по раненым деткам, конечно же, мы будем полностью обеспечивать их лечение. Пані Римо, скажіть, будь ласка, а чи знаєте ви, і чи взагалі займаєтесь, чи чули ви, через що, власне, постраждали діти? Тобто, хто стріляв і звідки? Чи вам відома якась інформація щодо цього? І ми не можемо зрозуміти, чому місія ОБСЄ досі не на місці трагедії. Говорили представники місії, що вони в курсі про те, що школу обстріляли, що вони тримають цю ситуацію на контролі. Але журналісти, які там знаходяться, кажуть, що вони ще представників ОБСЄ на цю хвилину не бачили. Чи знаєте ви щось про це? Ну, к огромному сожалению, я знаю то же самое, что и вы. На самом деле, вчера начался резкий массированный обстрел территории аэропорта и прилегающих поселков. Поселок Северный Октябрьский находится в непосредственной близости от аэропорта, где-то около 4 километров. Это густонаселенный частный сектор Донецка. Там сейчас проживает около 6 тысяч человек. Конечно же, очень много семей, многодетных семей, семей с детьми маленькими. Вот. Почему нет миссии в ОБСЕ, я вам не могу пояснить, не могу сказать. После трагедии довольно-таки быстро приехали журналисты российских телеканалов. Вчера звонили многие международные организации. Мы очень надеемся, что виновные будут найдены, наказаны, и этот жуткий, безумный случай будет, не знаю, наверное, может быть, последним сигналом. Очень бы хотелось, чтобы перестали вестись военные действия, в которых гибли и гибнут мирные жители и дети. Пані Римо, а таке питання ще до вас. Ми знаємо, що ваш гуманітарний штаб працює в Донецьку. А як вам вдається взагалі працювати там? Вас бойовики не чіпають, ви ділитесь з ними гуманітаркою, вони до вас навідуються, чи ну як? Просто мені, наприклад, не зрозуміло, як взагалі там ви можете працювати, не співпрацюючи з ними. Чи ви співпрацюєте з ними? Нет, мы работаем исключительно для мирных жителей. Мы кормим исключительно мирных жителей. Да, у нас бывают конфликты с обеими сторонами. Вы знаете случаи, когда машины были заблокированы под Счастьем. Да, наши машины забирают и в Донецке, и приходят в посты. Но вы знаете, наша помощь направлена исключительно для стариков, для детей и только для того, чтобы помочь им сейчас выжить в этих ужасных, умных условиях войны и без денег, в котором оказались наши земли.
Это наш долг, это наша обязанность, как жителей Донецка, помочь тем, кто там остался. Понимаете, сейчас в зоне ГИС-АТО проживает около 3 миллионов человек. Ну, зараз ні, мабуть. Эти 3 миллиона человек далеко не сепаратисты, как многие считают, да? Это пенсионеры, это инвалиды, это мамы с маленькими детками, которые не получают пособий, которым просто нечем кормить детей. Поэтому решение Рината Ахметова абсолютно простое, абсолютно человеческое. Он обязан помочь тем своим землякам, которые сейчас остались в беде на территории, где идут военные действия. Зрозуміло. А скільком ви людям допомагаєте щодня? Є якась цифра приблизно? Ми працюємо 3 місяці. І сьогодні, кстати, вот 3 місяці роботи гуманітарного штабу Рината Ахметова. Ми допомогли, вот тільки продуктових наборів, нами привезено около 900 тисяч пакетів. Угу. Давайте посчитаем, если в семье живет 2-3 человека, то на какое количество людей еды мы привезли? Угу. Некоторые люди, инвалиды, пенсионеры, ветераны, получают эти продукты раз в 2 недели. Также мы стали около 3 недель назад, по инициативе Ахметова, мы запустили новую программу «Поможем детям». И обеспечиваем наборами со специальным детским питанием и памперсами детей от 0 до 2 лет. Очень такая серьезная, важная категория детей, которым нужно помогать. Это смеси молочные, соки, пюре, все, что нужно для маленького ребенка. А скажіть, будь ласка, чи звертаються до вас люди з проханням вивезти, наприклад, їх з окупованих територій? Да, обязательно. Наша программа эвакуации, в принципе, с нее начиналась наша гуманитарная помощь, работа нашего штаба. Мы вывозили людей ежедневно и вывозим их сейчас. Угу. Вот, конечно же, поток людей стал намного меньше, но ежедневно около 100-150 человек мы вывозим из зоны, где идут боевые действия. А скажіть, будь ласка, а ви і пан Рінат Ахметов, він ці території вважає окупованими, чи яку термінологію ви використовуєте в себе в штабі? Ми використовуємо термінологію, опять-таки, исключительно человеческую. Это территория, в которой живут наши люди. И мы не делим Донбасс на одну территорию и другую. Весь Донбасс – это составная часть нашей страны, Украина. Там живут наши люди, у которых в кармане паспорт гражданина Украины. Это люди, которые попали в беду. И долг наш помогать всем людям, которые там находятся. А Рінат Ахметов не находится від травня місяця в Донецьку, я так розумію. Рінат Ахметов находится сейчас в Киеве. Мы постоянно на связи. Угу. Он очень включен в процесс помощи. Угу. Он действительно инициирует и новые направления. Я вам сказала о его направлении помощи детям. Мы часто встречаемся с сотрудниками штаба. Он держит руку на пульте и знает, чем и как мы можем помочь. Донецк він не повертається. А как можно вернуться в Донецк сейчас? Зрозуміло. А ваша філософія сейчас такая. Нам нужно находиться там, где мы можем максимально, откуда мы можем максимально помочь нашим землякам. Человек должен быть эффективен. А ваш штаб, скільки, ну, працівники ж там також не в безпеці насправді знаходяться. Його охороняють якось, якщо охороняють, то хто? От кого і як? Як ми можемо охороняти? Понимаете, ми такі ж, там працюють такі ж люди, як і живуть там на сусідній вулиці. Я вам расскажу немного о структуре нашего штаба. Сейчас в гуманитарном штабе работают сотрудники, большинство сотрудников тех коммерческих активов Рината Ахметова. Например, у нас есть большой логистический хаб в Мариуполе, куда приезжают грузовики и дальше расфасовываются уже продукты. Там работают сотрудники Мединвеста, металлургического комбината Ильича. Работают его предприятия в Днепропетровске, которые собирают этот груз. Это сеть магазинов «Брусничка». Угу. То есть все мы на сегодняшний момент волонтеры.
А в Донецке на Донбасс-арене работают сотрудники футбольного клуба «Шахтер», сотрудники СКМ и всех предприятий, жители, сотрудники которых остались сейчас в Донецке. Работают они по зову сердца. Вы знаете, это не секрет, что ни одного человека Ахметов не уволил. Он всем своим сотрудникам платит заработную плату, отчисляет налоги в Украину. Мы работаем по украинскому законодательству. И поэтому как в Донецке работают волонтеры. Ясно. Наші сотрудники. Ясно. Дуже дякуємо, пані Ірино. Ми будемо звертатися ще до вас. Тримаємо насправді цю ситуацію на контролі щодо поранених дітей при обстрілі школи номер 63. Школи, в якій, власне... І ми всі сподіваємося на мир. Міра нам всім. Так, дякую. Так, миру – це правильно. Тільки як цей мир ми будемо досягати? Оце питання. Насправді...